Итак, друзья мои, сегодняшняя программа у нас примерно такова. Вот все знают это конец Алуштинской набережной Восточной. Это вот съезд налево, который ведет к санаторию «Морской уголок». Вот. А мы сейчас с вами постараемся проехаться вот туда и посмотрим, что же там такое, что будет, если туда поехать на велосипеде. Посмотрим, куда можно приехать. Я там сам давно не был, особенно в межсезонье. Летом-то то понятно, я там был. Вот, когда часть открыта всего, то есть, или, по крайней мере, закрыта, но можно попросить, откроют, проехать. Вот, посмотрим, на что мы можем рассчитывать в середине апреля. Март, апрель, май. Да, все правильно. В середине апреля. Так что я сейчас одеваю камерку на голову, и мы выдвигаемся. Погода, конечно. Ну, в общем-то, фантастика. Итак, ну что ж, вперед, как говорится, выдвигаемся и едем смотреть, что же у нас здесь. Здесь у нас уборка. Уборка и подготовка к сезону полным ходом. Собирают это после дождей. Вот оно отсюда бежит все. Бежит, бежит, бежит. Вот сюда, вот сюда. Сейчас это почистят все, чтобы не было пыли, грязи. Вот. Да, как это ни странно, коммунальщики работают. Километров я еду на горочку. Это вот верх, верхняя часть того, мимо чего мы проезжали. Вот здесь баня на дровах, там вот эти вот как эллинги или как гаражи, а вот над ними наверху стоянка. То есть вот сюда машины загоняют, хотя я думаю, что она недолго продержится, как стоянка. Здесь настроят второй, третий этаж. Это безусловно. Так. Это мы. Каравелла. Ага, солнечные панельки стоят. Это нагрев воды солнечный. Не электричество. Так, вот тут вот летом открыто. Это вот морской уголок, где я только что был. Ну и вы там со мной были. Далее на горочку. Ночка стоя покручу. Хотя, конечно, подъемы все рекомендуется, естественно. Естественно, преодолевать в седле. Это гораздо, гораздо меньше сил требует. Но я в целях фитнеса кручу стоя, даже я бы сказал стилем танцовщица. Вот у меня велосипед гуляет, строительство. Костель, вот такое дерево здесь. Опять-таки вид. Да, на это море можно смотреть. Но если не часами, то... А, если не вечно, то часами. Так. Это вот этот ресторанчик, о котором я вам рассказывал.
Оттуда вот тоже шикарный вид. Это отель лазурный, кактусы наши. Я, кстати, нигде таких кактусов больше не видел. Я их помню с самого детства, когда еще вот там 4 года, все. Красота, красота, кипарисы. Так, и поедем дальше. Шейку немножечко размять. Так, что у нас тут? Тут у нас причал санатория, морской уголок. Вот он. Так, здесь, судя по всему, был спуск к морю. Очень удобно. Вот на этой набережной я, кстати, был один раз, и то особо недавно. Так, кристалл. Ну, давайте посмотрим на кристалл, что там. Прохода нет, написано, но, как говорится, на велосипеде, может быть, и можно. Проедем, по крайней мере, посмотрим. Ну, вид, конечно, шикарный. Шикарный вид. Ага, все. То есть, собственно говоря, если в том году еще проехать можно было, появился флаг и появилась вот такая надпись. Объект под охраной. Разрешен только пешеходный проход. Ведется видеонаблюдение. И на велосипеде пройти нельзя. Но, как говорится, вот мы с велосипеда слезли. В том году тоже было открыто. Да не, было в том году открыто. Я проезжал тут. И вот идем. И вот идем пешком. Чтобы никто ничего не мог сказать. Вот мне мужчина сказал, что в том году закрыто было. Ну, не знаю, в том году мы с Ирой тут проезжали. Вот идем пешком. Смотрим. Ну, красиво. Ничего тут особо с того года не поменялось. Красота. Красота, красота. Ахтун, злюкин, собакин, яйцен, клад, клад. Интересно, куда ведет это? А, вижу, понятно. Так. Здесь тоже. Оградка еще даже с украинскими, так сказать. Так. Ну, наверх мы не пойдем. Мы пойдем тут. Это тоже въезд. Выход в город. Ага. Выход в город, администрация, остановка автобуса лазурная наверху. Ну, давайте попробуем медленно в пределах 5 километров проехаться. Ну, а даже в пределах, ну, вот так вот, скажем так, не спеша. Так, 9, 1 раз, 5 км в час. Это правильно. Вообще, я считаю, что транспорт, особенно летом, быстро ездить не должен. Кактусы красивые. Кактусы, кактусы, цветочки. Красота. Администрация. Так, в мусорках пакеты. То есть все уже, все готово. Все прекрасно. Птички поют. Так, это, видимо, для разъездов встречного транспорта кармашек. Ну, я подозреваю, что нам нужно, наверное, вот туда. Потому что вот там дорожка уже пойдет наверх. Ну,
посмотрим, тем не менее. А нет. Нет. Опа. Там она как раз таки пошла вниз к морю. Ну, давайте глянем все-таки. Ладно, уже. А то я тут такую круголя навернул. Поднимусь потом. Давайте посмотрим, что там у нас. Как говорится, экскурсия, это же ж... Ага. Здесь вот такой вот детский театр. Ой, какая прелесть. Прелесть. Красота, как во времена Советского Союза. Собственно говоря, так оно и есть. Это, так понимаю, стоянка, наверное, разворот для автобусов. Рельеф, конечно, здесь, уклон вообще на рельефе построено. Вообще очень сильный уклон. Так, ну что же, давайте прокатимся вниз. Посмотрим, что там. Потом заедем обратно. Да, уклон приличный, конечно. Шлагбаум упавший. Ничего, поднимут. Все сделают. Булькают тормоза, но я сказал, я уже на эту тему. Итак, вот это пляж пансионата Кристалл. Так, ну давайте посмотрим. Я здесь первый раз в жизни, так что мне это смотреть интересно так же, как и вам. Галька, понятно, набила штормами, уберут к сезону, все сделают. Проход запрещен, камнепад, верю. Уклон такой, что верю. Здесь будут тенты натянуты, то есть с лежачками отдыхать, загорать. Так, галька на пляже прекрасная, мягкая, обкатанная. Красота. А мелкие камушки пускай вас не смущают. На них тоже удобно посидеть, когда особенно никого нету. Вот на этом хорошие камни. Ну, давайте проедемся, посмотрим. Красиво, хозпостройки, туалет. Даже красный пионерский флажок. Я все флажки красные называю пионерскими. Меня, кстати, в пионеры принять не успели. Я побыл только октябренком. О, да, даже большие колеса по такому песочку немножечко гуляют. Так, берег здесь немножечко укреплен вот такими штучками. Да, неплохо укреплен. Так, тут у нас что, летняя кафешка 100%. Тут живут реальные пацаны. Тут живут реальные тёлки. Ну, понятно. Тут тоже красота. Прямо возле моря. Это стол для настольного тенниса. Тут вообще красиво. Возле моря, ну, шикарно. Пляжа здесь нету, ну ничего, там есть пляж. Я думаю, места хватит всем. Кактусы опять наши, алушнинские. Крымские, не крымские, алушнинские кактусы. Не знаю, нигде я больше таких кактусов не видел. Может, плохо смотрел, но тем не менее. Корпуса прямо возле самого моря. То есть воздух тут просто можно спать и вообще отдыхать целыми днями, гулять, дышать, смотреть на это море, на Медведь гору, на Костель. Красота. Даже есть тельфер для спуска катеров и лодок. То есть вот это значит лодочный гараж, где живут реальные пацаны, потому что он туда закругляется. Ну теперь я верю. Там, где лодка, там действительно реальные пацаны. Причал номер 171, да, так и есть. Красота. Сейчас здесь, понятно, никого еще нету. Но к сезону тут все закрутится, завертится, закипит.
кафешка, тоже все настроят, все сделают. Красота. Ну что же, подъем наверх я, наверное, не буду снимать, как я буду пыхтеть. Оп. Да, по песку Найнер, конечно, идет на порядок увереннее, чем на 26-х колесах. Ну что ж, пока подъем наверх, прервемся на рекламную паузу. Чуть меньше минуты у меня занял подъем наверх. Что же, продолжаем наш вернисаж. Так, шейку. Кисёнс. Методический кабинет. Радио Сан-Сити, интересно, что бы это? Орлёнок. Так. Здесь что? Хоздвор. Продвигаемся дальше. Так. Орленок. Ну, туда я не поеду. Если будет интересно, я пешую экскурсию сделаю. Хотя, собачка, ты что? Так, ну вид отсюда, конечно, просто потрясающий. Вид потрясающий. Внизу вон там пляжик. Теннисные корты, по-моему, даже. Да. Пляжи очень хорошие, кстати. Очень хороший пляж. Очень хороший пляж, да. Рельеф, конечно, просто. Вот, отвесная скала практически. Но, как говорится, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Ага, вот и спуск на пляж. Так. Продвигаемся дальше. Тут небольшой набор высоты. Как сказать, небольшой. О, господи, мы на что-то наехали. Что-то хрустнуло. Вот. Что у нас тут? Баскетбольная площадка. Волейбольная. Футбольная. Красота. Раз, два, три. Три шикарных пляжа. Просто супер. Там вон даже заготовка под летнюю терраску. Кафе на Буне. И тут тоже, надеюсь, что сделают. Так, поехали. Здесь, видимо, в планах было пустить автобус. Или есть. Очень красиво. Кактусы, кактусы. Красота. Тут вот такое вот зданице. Это резиденция или для отдыха. Ну, ворота высокие, под джип. Нормально. Фух. Кактусы, кактусы. Красота, красота. Фух. Птички поют. Так, продвигаемся дальше. У нас что? Тоже какая-то резиденция. Ну, ничего так, нормально. Крыша хорошая. Так.
Уклон, конечно, на рельефе вообще на безумном. Так. Ворота пока почему-то сняли. Уже высота вообще приличная. Ну и, наверное, все. Посмотрим сейчас. А, я вспомнил. Сейчас оно немножечко попетляет и приведет нас к финалу. Или выезд на трассу, или к заброшенному строительству, от которого спуск вниз на пляж. Так. Видите, мы здесь не одни. Конечно, красота. Вот это спуск вниз к морю. Птицы, птицы, зелень, прям вот так вот все прямо куполом, шатром. Так это только середина апреля. Да, вот они, ворота, про которые я вам говорил. Это подъем наверх куда-то. Так, подпорную стеночку хотели сделать. Да, ветер тут не пощадил оградку, скажем так. Так, звонок. Да, воистину воскрес. А, да, Саня, здорово. Когда? Так и я уже катаю. Не, я уже не в церкви, я уже проехал кристалл. И еду вот к заброшенному винтовому спуску. Знаешь, вот к пляжу. Большой такой, на недострое. Да. Ну жди, сейчас я увидимся хотя бы. Я уже катать. Все, я уже накатал. Я сейчас тут еще вот буквально. И домой, потому что надо еще и дела чуть-чуть поделать. Ну, встретимся. Ты в какую сторону будешь ехать? А, ну я тебя там, значит, и увижу. Ты на какой будешь, на набережной? На центральной или на восточке? А, ну все. Я тебя там найду. Все понял. Давай, Санек, сейчас увидимся через там часик, может. Давай. Это мой очень хороший знакомый. Так. Ну вот и все, друзья мои. Здесь ворота. Вот.
Фух, туда мы на горку не поедем. Все. Там, значит, находится спуск вниз через заброшенное здание такое вот. Эстакада кольцевая. Съезд вниз и выезд на пляж. Вот пляж там так себе, такие камушки. В общем, вот так вот.